Я думаю, что вот душевно-грандиозное должно быть шоу, когда в одном порыве сольются, наверное, сердца наших горожан, сердца наших юных горожан и взрослых, которые будут исполнять песни, которые посвящены нашему любимому городу Оренбургу, посвящены нашей России, нашей Родине, тем самым утверждая, что сегодня Оренбург живет счастливой, полноценной жизнью. Торжество хорового искусства, которое объединяет народы, миры, и объединяет это тоже во имя мира, во имя чистого неба и во имя нашей будущей счастливой жизни. Сегодня будут песни всеми любимые, в том числе и об Оренбурге, о хорошей жизни, те, которые поднимают настроение, те, с которыми шли в бой, те, с которыми можно решать любые проблемы, любить, жить, радоваться. Захватывает дух от такого количества народа, которые вместе все одним выдохом такие замечательные слова поют. Замечательное впечатление. Настроение отличное, такое теплое и очень трогательное. Песни такие знакомые с детства.